2016 году певица Бейонсе пришла на ежегодный бал Института костюма в латексном платье от Givenchy. Нежно-персиковый наряд ручной работы, декорированный цветами и жемчугом, обошелся поп-диве в 80 тысяч долларов. Но многие сошлись на том, что образ соблазнительной русалки того стоил. Страстная брюнетка в красном шелковом платье со шлейфом на Оскаре в 2011 году притягивала к себе тысячи глаз. То была неотразимая Энн Хэтуэй в изящном наряде от Валентино стоимостью 80 тысяч долларов. Привлекающее внимание платье звезде было просто необходимо. В том году она стала ведущей церемонии. В 2016 году актриса Руни Мара выбрала для церемонии «Оскар» светлое кружевное платье Givenchy. Ажурный наряд с фигурным вырезом в области талии был создан по специальному заказу итальянским модельером Рикардо Тиши. В тот год актриса была номинирована, но награду не получила. В 2014 году актриса Кейт Бланшетт поднялась на сцену кинопремии «Оскар» за своей статуэткой в нюдовом платье от Армани. Наряд был инкрустирован сотнями кристаллов Сваровски, а его стоимость оценивается в 100 тысяч долларов. Оттенок платья идеально подчеркнул пшеничный цвет волос звезды. И снова «Оскар». В 2014 году на церемонии актриса Джессика Бил сразила модных критиков благодаря эффектному наряду от «Шанель». Платье бюстье, в котором супруга Джастина Тимберлейка появилась на красной дорожке, было расшито пайетками и буквально сверкало под вспышками фотокамер. Очень красиво, но и очень дорого. Цена платья составила 100 тысяч долларов. В 2013 году Шарлиз Терон облачилась на премию «Оскар» в лаконичное белое платье скульптурного кроя от Кристиан Диор, после чего мгновенно попала в список самых стильных звезд на красной дорожке церемонии. На первый взгляд оно кажется довольно простым, но на самом деле стоит 107 тысяч долларов, благодаря сотням украшающих его кристаллов. В 2015 году Люпита Ньонго блистала на Оскаре в платье от Кельвин Кляйн, расшитом 6000 жемчужин. На его создание ушло несколько месяцев, а конечная стоимость составила 150 тысяч долларов. Наряд высоко оценили не только другие звезды и модные критики, но также грабители. После церемонии платье Люпиты украли прямо из гостиничного номера, а преступников так и не нашли. Пэрис Хилтон в 2017 году появилась на вручении наград Голливуд Бьюти Авангард в роскошном мерцающем платье от Август Гетти, которое было украшено кристаллами Сваровски, целых 500 тысяч штук. Это сверкающее великолепие обошлось светской львице в 270 тысяч долларов, всего-то цена трехкомнатной квартиры в Москве. Чтобы на заказ создать наряд для австралийской актрисы Наоми Уоттс, модельерам и дизайнерам Армани потребовалось 2 месяца. В 2013 году Наоми появилась в нем на Оскаре. Платье, украшенное бриллиантами Nile Line, стоило 1,5 миллиона долларов и стало вторым в списке самых дорогих вечерних туалетов в истории кинопремии. Абсолютный лидер нашего списка – актриса Дженнифер Лоуренс, которая в 2013 году предстала на Оскаре в кремовом бальном платье от Кристиан Диор. Самым дорогим за всю историю кинопремии, несмотря на отсутствие каких-либо кристаллов, наряд был и впрямь очень эффектным. Дженнифер смотрелась в нем как диснеевская принцесса, только вот поднимаясь на сцену за своей статуэткой, запуталась в пышной юбке и упала. Падение вышло до того элегантным, что многие заподозрили, будто бы девушка сделала это специально для удачного кадра. А стоит это платье 4 миллиона долларов.